Перед рабочими стоит задача максимум – спасти механизм колодца. В нем вся ценность. Таких конструкций с диаметром ступального колеса 4,5 метра в мире больше нет. Уникальные инженерные решения позапрошлого века. Чтобы достать воду с глубины колодца, человеку приходилось крутиться, как белки в колесе, ногами приводя в движение вал, ступая по колесу. Отсюда и название – ступальный. Разрушается колодец уже несколько лет. Но 2 недели назад процессы обвала строения пошли с неимоверной скоростью. Тянуть с демонтажом было нельзя. Дело в том, что сгнившаяся конструкция, крыши вообще не было, и вся крыша легла на само колесо, вот, и произошло уже обломление спицы, и конструкция уже не было жесткости, она могла уже придавить людей. Конечно, в музее колодец никогда не был действующим. Это модель, бутафория. В Щелоковский хутор-заповедник его привезли в середине 70-х из Городецкого района, как очередной экспонат народной архитектуры Поволжья. После обрушения руководство музея решило не реконструировать муляж, а построить настоящий колодец. Направили запрос в геологический центр, чтобы там выяснили, на какой глубине залегает вода и можно ли делать шахту. Грунт здесь подвижный. Ответа пока не получили. Но есть еще одна проблема. Если наземную часть восстановит любой архитектор, то с внутренней просто беда. Чертежи и материалов по устройству ступальных колодцев с деревянными срубами в архивах нет. К сожалению, последние годы, конечно, уже отошли от колодцев таких традиционных, в которых деревянный сруб. В основном сейчас или скважины, или даже если это колодцы, это бетонные кольца. И сейчас как раз мы занимаемся тем, что ищем специалистов по деревням, в городе их нет, которые помнят, как именно строился колодец, как рубился сруб, как опускался он. Впрочем, и раньше найти толкового колодезника, так на Руси называли специалистов по копке, тоже было непросто, и стоил он дорого. Мастера колодезного искусства всегда были редкими и всеми уважаемыми людьми. Ксения Дернова, Алексей Калякин, Объективно, ННТВ.